Азербайджан и Италия стремятся углубить двустороннее сотрудничество. Стороны разрабатывают повестку на предстоящие 5-10 лет во всех сферах, несмотря на то, что успехи уже зафиксированы, как в политической, так и экономической и энергетической областях. Президент Ильхам Алиев, принимая в Баку государственного секретаря МИД Италии Манлио Ди Стефано, заявил о готовности Азербайджана привлечь к деятельности в стране еще больше компаний из дружественной страны. Наряду с традиционными сферами сотрудничества сюда входят и наши большие планы по восстановлению разрушенных городов Азербайджана. Потому что мы нуждаемся в создании новой инфраструктуры, строительстве новых дорог, железнодорожных линий, аэропортов, школ и больниц. Вооруженные силы Армении, покидая азербайджанские территории, все разрушили, сравняли с землей. Первые шаги уже предприняты для того, чтобы возродить освобожденные территории. Заключены соглашения с компаниями из дружественных Азербайджану стран. Речь идет о Турции. Сейчас Баку готовится подписать аналогичный договор с итальянскими предприятиями. Большой потенциал на освобожденных землях связан с сельским хозяйством, туризмом, возобновляемыми источниками энергии. Как я уже сказал, будут и большие инфраструктурные проекты. Сейчас мы готовим планы по восстановлению и реконструкции этих территорий. Уверен, что мы будем работать очень успешно. Визит Манлио Ди Стефано в Азербайджан продлился всего 24 часа. Напомним, из Баку госсекретарь МИД Италии направился в Агдам. В настоящее время мы выражаем готовность обеспечить свои возможности в содействии выполнению положений трехстороннего заявления. Считаем, что это хорошая отправная точка для всей работы, которую мы будем выполнять в дальнейшем. Манлио Ди Стефано также выразил признательность за то, что Баку положительно оценил политическую позицию Рима, которая основана на резолюциях ООН, словом, на том, что написано в документах. А в документах, которые были приняты еще в 1993 году, требовался безоговорочный вывод вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана.